Китай очень великодушен. Я все создаю только для Китая. У нас грандиозные планы. Мы будем жить в богатстве. Займемся стройкой. Строим китайскую империю. Когда мы закончим, здесь будет отличный вид. Хорошее местечко. Хороший выбор. Китай расширит свои границы. Превосходный план. Превосходный план, генерал. Я могу их обезвредить. Мины весьма опасны для Китая. Теперь наш народ будет в безопасности. Я обезврежу эти мины. Строительство завершено, сэр. Строительство завершено. Строительство завершено. Здание построено. У нас мало времени. Ха, что они здесь делают? Кто они такие, а? Прочь от меня, я занят. Да, хорошее начало. Давайте взглянем. Конечно, выглядит обещающе. Извините, сэр, но я не могу начать там строительство. Это не совсем подходящее место. Лучше выберите другое. Я не могу развернуть там стройку. Здесь недостаточно места. Надо осмотреться. Нет проблем. Позвольте мне помочь. Это как раз то, что нам нужно.